Молодой песик не мог встать на лапки, чем привлек внимание женщины, которая гуляла с ребенком. Женщина быстро сняла это видео и стала искать помощь. На помощь пришла лохматая душа. И через 2 часа песик уже был в руках врачей. Наркоз обычно по-другому реагирует. Мы назвали его Элик. Ему 7-8 месяцев от роду. Полная картина его состояния проявилась после рентгена. 2 пули в позвоночнике. Это Элик, наш пациент. Завтра у него будет операция. Был у невролога. Проводили снимки, делали с контрастом. Со слов невролога, некоторые волокна сохранены, операции никаких гарантий, к сожалению, давать не может. Смущает тот факт, что у питомца отсутствует глубокая болевая чувствительность, вне зависимости от того, что проходимость на снимках фиксируется. Поэтому завтра будет операция. Но гарантий, что питомец не останется спинальником, что он встанет на 4 лапы, к сожалению, отсутствует. Будем пробовать. Надеюсь, что все будет хорошо. Малыш очень крутой, очень добрый, бояка, конечно, но все манипуляции дает с собой делать, очень ласковый. В целом, в остальном все у него хорошо. Ест, пьет, периодически испражняется сам, ну так, 50 на 50. Когда-то мы ему помогаем делать это механически. В остальном все чувствует себя хорошо. Самое страшное в нашей работе – это ожидание вердикта врача. Частичная проходимость контрастного вещества есть, но напрягает то, что полностью отсутствует глубокая болевая чувствительность. С утра еще раз проверяли. Вот. Попробовать прооперировать можно, так как, возможно, хоть какие-то волокна, но сохранены. Но сразу говорю, что гарантий я, к сожалению, никаких дать не могу, потому что есть отсутствие ГБЧ. Какие-то волокна явно сохранены, потому что вот здесь вот он дошел до шеи, вводил на уровне L4, L5, и он здесь все-таки, где эти пули, прошел контраст. Элика вчера прооперировали. Прооперировали. Отходит после наркоза под наблюдением врача. Молодец, Элик. Молодец. Держи.